Международный форум сбережения человечества как императив устойчивого развития – это крупнейшая площадка, где под эгидой ЮНЕСКО авторитетные мировые эксперты в разных областях знания собрались для решения вопросов сохранения принципов мирового гуманизма. Стоит отметить, что значительная часть работы форума проходит на базе Казанского федерального университета. Здесь открылись 3 научные секции, прошло и пленарное заседание, открывшее форум. Сбережение человечества – понятие, как вы понимаете, многогранное. Она в первую очередь включает в себя недопущение физического уничтожения людей в условиях сохраняющейся угрозы ядерной войны, непрекращающихся вооруженных конфликтов в различных точках мира, глобальных экологических потрясений. В сфере сохранения и управления объектами культурного наследия важную роль играет ЮНЕСКО. Список таких объектов России насчитывает 2,5 десятка, из них 2 находятся в Татарстане – Казанский Кремль и Болгарский историко-археологический комплекс. Как отметил первый президент Татарстана Минтимир Шаймиев, для сохранения и защиты уникальных памятников истории важно привлечь всеобщее внимание. Сбережение человечества как императив устойчивого развития настолько емкое, актуальное и судьбоносное, что реализация этих устремлений, я согласился бы с мнением большинства аналитиков, я в этом и убежден сам, это дело каждого члена любого общества. Большое внимание спикеры уделили проблемам растущей ксенофобии, религиозной и национальной нетерпимости, возникающей в мире на фоне разгула террористической идеологии. Для борьбы с этим необходимо объединить мировой опыт в вопросах существования разных религий, национальностей и культур. Полную версию конференции вы можете посмотреть на сайте нашего канала. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз.